Вот, в общем, подведем итог по точильным приплудам, так я их называю, в всяком случае. Все вещи здесь, которые вы увидите, довольно-таки неплохие, если брать индивидуально каждый предмет. Ну и все это барахло с собой тащить, конечно же, не актуально. Поэтому что-то нужно будет выбрать одно, не одно, а какой-то комплект для того, чтобы держать наши ножи в остром состоянии, чтобы мы могли без проблем ими что-то резать, либо стругать. Ну, для себя лично я выбрал это, конечно же, два камушка Арканзаса. Отлично точат. Вернее, я сначала, честно говоря, очень их, вообще их не понял. Но оказалось, что довольно-таки приличные камушки и справляются с заточкой просто замечательно. Ну вот, значит, намечается у нас поход примерно 16 числа в Иерусалимские леса. И потихонечку начинаю комплектовать свой рюкзак. Значит, от себя добавлю, что все вещи, ну и повторяю, что сами по себе довольно-таки неплохие. Все они уже использовались неоднократно. Впечатление, конечно же, сложилось. Вот точилочку Гербера я убрал зря, рановато. Всеми этими точилками я пользовался. Самое меньшее я пользовался этой точилкой. Ну вот от себя еще раз хочу вам сказать, что для похода в дикие условия, чтобы содержать наш режущий инструмент в хорошем состоянии, нам понадобится, вернее, нам достаточно будет двух брусков Арканзас. Брусок из алмаза. Ну и может быть я возьму с собой еще ручку, так как ее вес довольно-таки небольшой. Исправляется она довольно-таки неплохо. Хотя, если так подумать, я, скорее всего, эту ручку тоже оставлю дома. Вот, что мы в конце концов имеем. Алмазный брусок. И два камушка. Вернее, один алмазный брусок. И два Арканзаса. Вот этого вот нам вполне достаточно, чтобы подтачивать наши ножи во время похода. Ну, в этом видео я, пожалуй, остановлюсь на... Хотя нет, не есть мне кое-чем вас порадовать. Но об этом в следующих видео. Но об этом, на этом я хочу закончить. Пока.